проводится весь спектр торакальных операций. Это операция на непосредственно грудной стенке, на ребрах, на органах структуры средостения, весь спектр операций на трахеи, операции на легких, операции на плевре. В общем-то, практически все операции выполняются малоинвазивным доступом, и технологии, которые здесь имеются, и инструменты, и оборудование, которое здесь имеется, позволяет выполнить практически любую операцию на органах грудной клетки через малые доступы. В целом операция остается малотравматичной. Внутри объем такой же, как и при большой операции, при расширенной, однако болевые ощущения будут меньше. Пациент раньше восстановится, реабилитируется, там 2-3 недели, и пациент может уже возвращаться к обычной жизни. Одна из тех структур, которую необходимо выделить и пересечь, это верхние легочные вены. Сейчас мы ее выделяем из окружающих тканей, чтобы можно было под нее подвести аппарат и, соответственно, пересечь потом. Для прошивания сосудов используются эндостеплеры, так называемые. Это аппараты, которые прошивают маленькими скобочками, сделанными из титана, много-много мелких скрепок, которые пересекли сосуд и сразу же его прошили. Рак легких стоит сейчас на первом месте среди всех онкологических заболеваний. Если стадия поздняя, то хирургическое лечение может входить в состав комбинированного лечения рака легкого в поздней стадии, когда проводится и химиотерапия, и хирургическое лечение поочередно, поэтапно, для того, чтобы пациента избавить от онкологического заболевания.